всех приветствую на канале Helping Animals. Собаку морили голодом хозяева, она уже не могла ходить, но ее спасла случайная встреча. История произошла в Испании. В один приют для животных попала очень тощая собака, которую забрали у хозяев, ведь они не кормили ее. Бедняжка находилась на грани смерти. Собачка выглядела как скелет, который обтянули кожей. Она даже не могла стоять. Желудок перестал работать, поскольку животное давно не ело и даже не получало воду. Врачи не знали, как помочь собаке и считали, что она не выживет. Однако питомица не собиралась так просто сдаваться, она продолжала верить, что ей помогут. Эдуардо Родригес никогда не занимался волонтерством или нечто подобным по отношению к животным, и даже дома у него не было домашнего питомца. Однако, когда он увидел истощенную собачку, то внутри у него все перевернулось. Мужчина твердо решил, что сделает все для того, чтобы спасти животное. При помощи врачей для собачки разработали программу по восстановлению, купили все необходимые медикаменты и препараты для парентерального питания. Через время желудок собаки снова заработал, и она снова могла есть сама. Эдуардо ежедневно навещал ее в приюте, чтобы выгулить и покормить. На реабилитацию животного ушло 4 месяца. Оказалось, что она очень игривая и активная. А еще обожает людей, которые помогли ей выжить. Когда собачка полностью поправилась, мужчина забрал ее к себе домой. Его семья очень рада, что у них появился питомец. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.